круто. Я в Красногоровке. Идем гулять по ночной улице без светла. Светло включать нельзя, иначе кирдык. Идем в сторону, там, где сепаратюги. Ось, так что все снимается на ночную съемку. Боже. Все. Все. Здравствуйте, я в Красногоровке. Идем ближе к обстрелу, к передовой. Иде ночная съемка. Тут света вообще нету. Вон слышно, лево от меня стреляют. Стреляют уже. А мы идем кудись. Кудись. Не шукать. Вот так гуляют в Красногоровке без светла. Да не за что. Прикурить вам? Можно, если бы в рукавицах. Это вы дрова не везете домой? Еще пока не, но буду везти дрова. Завтра. А завтра? А зараз вот это я... Ну я... взял у друга так. А, ну за дровами. Завтра буду везти дрова. Чтобы опаливать, да. А куда вы ходите за дровами, можете сказать? Ну, посадки я беру это, у знакомого. А он там вроде по разрешению идет. Дом пилять. Где-то сухостой, как разрешает комендант по сухостоям. Стреляет сухостой. И, ну вот какая температура у вас сейчас в квартире? Ну где-то градусов 17-20. О, так это еще хорошо. Так а что у вас, буржуйка стоит получается? И буржуйка, и каминчик. И каминчик. А, от электрический, да? Да, в одной комнате каминчик, а у кухни и спальня отапливается у меня буржуйкой. А можно узнать, вот электричество, а как вы платите по этому? Вы по счетчику, у вас есть какая-то скидка? По счетчику. А субсидия оформляется вообще вот здесь? Вообще она оформляется, но это как ее оформить, это очень-очень ее трудно, там начинают справки. Такую справку, потом такую. Хорошо. Сколько у вас выходит в месяц за электричество, за электроэнергию? Ну, у меня вот это, я приехал сюда, я уже здесь год. Угу. Вот. Вот это за вот этот год, ну, 80, 81. Гривен? Да, до 100 рублей. А, то есть получается, что вам оплачивают, получается, местная администрация вам доплачивает, то есть вы не платите 100%, да? Наверное, потому что... О, не, ну это уже хорошо. Я бачу, что вот... Ну, колясочка, все. Ну, знакомого тележку. Работы никакой нема. Нема? Нема тут никакой работы, тут уже все. На заводе там, извините за выражение, трикалеки работают и все. Ну, в месяц сколько получается за квартиру, например, двухкомнатную? Ну, если так, ну, вот у меня за двухкомнатную, у меня, ну, грубо говоря, 100 гривен. Не, ну это по-божески. Мы считаемся Конотоп, побратим Красногоровки. Завтра мы будем давать концерт вам, кстати. Можете приходить на 12 дня. Куда? На 12 дня концерт. А где? А где концерт у нас завтра будет? В каком части? Кто знает? В техникуме. В техникуме. Так что приходите, там будет гуманитарная помощь, там и все. На 12 часов. На 12 часов. В техникуме в том зале. Хорошо, хорошо, подойдем. Всего. Всего. Все, до свидания. Извините, я левой рукой, а то у меня в правой камера я просто. Тоже, и руки. Все.